где я играю? На сервере TGS Survival. Заходи, все ссылки в описании. Бля, возьмите патроны сверху. Какие патроны? Ой, квадратный, да чекули сегодня квадратный, блядь. Это кто, Феникс? А так а ты куда пошел-то вообще? Да я жду вас здесь. У меня 120 стрел, кому стрела? Не надо стрел, дай патрончики. Спасибо. Так, подождите меня. Гранату кидают нам. Ой. Минус. Я ему в песос выстрелил. Панда. Панда, как этот, камикадзе. Воу. Так, а эти... Не, а эти все, короче, они. В дом зашли. Растащили всех, получается? Ну, в дом зашли, Феникса мы потеряли. Пошли посмотрим, полутать. Надо вот это разбивать, это укрытие. Химика еще залутать. Ну там. Да, давай. Там топор остался, я залутался. Блин, а снизу херово бьется. А сзади кто еще бежит? Не знаю. Ой! Прыгаю это не наш. Я прыгаю. Все. Я. Вон они вышли. Вот. Да. Тихо, вот так не орите. Да, блядь, ну у тебя красный нет, я тебя перепутал. Все, не орите. Че ты красный не одел? Попал. Не было времени. Ладно, прости, братан. Второй раунд, погнали. Попал. Ой, хорош. Ну куда они, блядь, опять? Там прикол. Все, загнали, попал. Попал в пятку. Сука, как свиньи убегают. Все, они в окнах. Уходим. На, блядь. Вылазь, сука. Все. На, блядь. Конечно. По одному хп забираю. Ух ты, блядь. О, да как так? Ты, у тебя все притягивает. Да я мансую. Две стрелы подряд просто, блядь. Он попадает. Не надо было Бонни. Зачем? Чего не надо было? Так это же укрытие. Какое? Так это и вражеское укрытие. А кто бежит там еще? А! Они бегут. Алло, разворачиваемся. Да ёпте. Насос. Давай их поближе подпустим. Давай. Они так и будут уже отходить. В кустах я их жду, сейчас буду их ебать. Наверное. Пипасы. Ой, мне плохо, 16 хп. Попал. Все, упал, поднимись. Поднимаю. Давай. Поднял. В бок иду ему, в бок. Попал. Мне хедшот, лекаюсь. Тоже лекаюсь. Тихо. Оп. Попал. Лекаюсь. Два шприца. Нет. Попал. Не попал. Тихо. Ай, стрела попала не туда. Все, я не сразу до дома. Мы так и будем перетягиваться. Я режу их. Тоже их режу, пидор. Еще справа кто-то стреляет там. Попал. Попал. Умри, я сказал. Сука, умри. Корот. Попал, блядь. А чё такое? Хэшот, сука, блядь, да. Опять он, да. Лежи, двери! Второй тоже. Двери открыты, лол. Обоссу, сука. Это как вообще? Да. Наши любимые хейтерки. О, добрый вечер. Как тут дела? Я диспетчер. О, смотри, как я сделал эпично. Пацаны. Ой, окно. О, пойдем печки залутаем. Пошли печки залутаем. А, хер ты, да не залутаешь, они закрыты, алё. Открывает. Бежит голый, выходите, пацаны! А мы выпрыгнем. А чё голову-то? А, угу. Не, ну просто закроет, может. А, дверь открыл, типа заманивает. Хотя бы гляну, чё в печках. Кстати, если залезть на печку, можно... А, нет, там рюк. Ну чё, уходим? Я подожду, ой, сверху они идут. О, вышел. На, блять. На, хедшот. Ой, справа меня. На, блять. Один упал. Один на крыше. Сверху, еще один за домом. Ох, нихера у них входа-выхода. Попал. Сука, смотри прям. О, все, у меня стрелы кончились опять, бред. На, я тебе дам. Давай. Попал. Вот, иди сюда, вот я прыгаю. А, ты подумал? Да ему вообще насрать. Да. Кто жрет?
Я. Выходит. Оливер, как дела? Да блин, у меня там 2 хп. Все, уйдите оттуда, ребята, мы ничего не сделаем, уходим. Все. Я еле выжил, блин. Братан. 2 хп. Бежим. У меня химик задефил, спасибо, братан. Угу. Я вообще, он меня так впаял. Сделаю нашу систему эту великую. Смысле, нас блядь? Рейдят? Нас рейдят? Так пошли, выйдем. Сейчас его вертолет выебет. Пиздаем, дадим, и все. Ну, выйдите, я-то без подкрутки, тем более вы с окна можете выглянуть. Я здесь строю мега-конструкцию. Плюс вертолет еще в упор, считай, бегает. Ой, тьфу, летает. Бегает, блядь. Видать, немножко я подустал, да. Химик, смотри, я поставил эту, как лампа забагалась. Где? Лол, да внизу лампа у нас, на первом этаже. Просто в бок. Смотри. Хуя. Это не лампа, это этот. Что это? Я тут. Это вешалка. Ну да. Вешалка подвинулась такая, в бок светит. Нормально, да? Да. На, блядь. А выстрели с внутренней стороны. А, стреляешь? О, не, надо нормально, отсюда, смотри. Вот так вот, раз. Еще сейчас, погоди. Вот, блядь, ну нахуй. Не. Вот, отлично, нет. Все. Да сука, стой, блядь, вот, отлично. Шикарно светит, смотри, на... ну ебаный носок. Подвинул, главное, на миллиметр, как ты хотел. Не хотел, точнее. О, все. Все. Нахуй, нет, вот так надо. Да как так-то, зачем так? Ну, чтоб на этот выход светило. Вот, отлично, все, оставь так. Все, это музыка, блядь. Дискотека века. Ты помнишь, что случилось, когда я поставил раму? Как так? Она ее резанула пополам. Совсем не узко. Кого резанула, кто? Ну вот, лампу пополам. Ну, двинтазом. Двинтазом. Отойди. Чего с тобой такое? Ну, блядь, Феникс! Вы чё, охерели, блядь? Я знаю, как решить вопрос. Ну давай, притискивай свой. Чё-то ну? У вас нет, у вас что-то, ребят, не то творится, я вам отвечаю. Да ёбаный насос, Феникс. Еще я закрыл за собой. Так, мне надо прикрытие, я делаю эти шкафы, шкаф ставлю, точнее, один. Так, где у нас билдинг-блок заканчивается? Так, кстати, вот тут привилегий. Вот здесь вот. Пристроиться можно. Где? Вот здесь. Ну там поставим, говорю, жди, вот здесь меня, короче. Все. Нормально. Ох ты ж, блядь! Ебануться, пальцы гнутся. Ух ты ж, нах! Нормально. Мне понравилось. Хуя себе, блядь. Я не убил, кстати. Как видно. Нормально. О, да. Можно было и подамажнее сделать. Надо написать, мы ее выстрелили в нее, мы ее спалили. Смотри, этот домик все больше и больше. Который мы бахали сегодня. Какой? Вон тот наверху, вон, видишь? Вон там. А, ну это этот же, который спалил тебя. Ага. Типа я скрывался прямо от него. Угу. Что пацан аж решил все ресы отдать просто, зная нас. Что это, скворечник? Прикинь, будет с экрана, лизанет ее. Интересный дом для рейда. Скворечник. Уйдите. Я взрываю. Покрику. Уйдите, давай. Я взрываю. Так, надеюсь. Стой, гляну. Угу. А, гляну. Сходи, посмотри. Да подожди, может, не дамажит. Да дамажит по-любому. 100% Стой. Информация. Смотри, что сейчас взорвется. Блять, а? Рейдеры, блять. Рейтин, ёпти. Готово. О, глаза оторвало. Бля, страшно-то как туда заходить. Так, есть 15 тысяч сульфура. Да где? Ладно. Ты чё? Я думал.
Я думал, говорит. Вверху весь лут, смотри. А, я во что-то уперся, типа? Узел. Упрыгайчики. О! Так, лута. Три сишки. 8 ракет. Рейд окупился, да? Пережаренный и не пережаренный. Ну, металла у нас и так вроде много. Вот тут сталь, блядь. Да идите вы вон отсюда все. Я хочу залезть и призоваться. А что за спальник? Да ничего. Да его, наверное. Но судя по тому, что у него сверху солома какая-то непонятная, ты думаешь, смотри, он живой? Смотри, слева какие скалы и справа, да, думаю, да? О, ебать, справа. А он сверху, стрёмно. Кто у нас бежит там, наш? Ты не. Дверь. О, это Nomad. Или нет? Да, Nomad. Да, не трогаем. Так он зарейжен уже, он. Ебать, не трогаем. А нет? И печка торчит. Нет, печка торчит, лол. Ну ладно, не лутаем. Это. Давай закинем ему еще один. Это муж Мэтт. А, ну давай, кстати говоря, о чем мы можем туда закинуть? Два металла жареного. У меня есть дерево. Сейчас. А он смотри, как построился. Там вон еще одна дверь. А че я не могу запрыгнуть? А, вот, запрыгнул. Есть еще. Вот это дом для рейда, да. У него там даже металл еще есть. Пойдем выше. Тут есть дом. Зарейдили, блядь, посчитались, ебаный. Что-то не то, да? Нам не хватит. А как, в смысле? А, ну смотри, он просто кирками выдалбливает полностью это все. Либо через крышу вылазит только. Да, крыша, скорее только всего. Только как он заходит. А заходит как? Пристройка. Подстраивается. Да, кстати, интересно. Вон домик, пойдем, вон туда. Цилиндр. Кстати говоря, мы пещеру разве не можем зарейдить, учитывая, что у нас ящик этих. Нормально. Бегите. Это кто что бьет? Это я. Ну это ж пещера, тут ящики рисуются. Вот это чё? Он же в пещере упал. В тему написал. Но здесь, наверное, не получится, отойди. Да мне кажется, не хватит, Бонни. Да не, не хватит. Не, она и не задамажится. Пойдем дальше. Задамажил на 8. Разговаривают. Где? Вон. Два типа впереди. Бочки, говорит, левее, мои. Левее, типы. А это этот в пещере, говорит. Да, да, это пещерный. Пещерный человек. Говорит, бочки мои. Сука, бочки мои. Это моя собственность. Где ты кого там увидел, блядь? Да уже все. Да вон. Тапки горят у чуваков. Куда вы уперся-то? Куда уперся? Куда вы, говорит, главное, уперся. Ага. Куда вы уперлись, мистер? Он с собой на вы просто разговаривает. Да. Аристократ, блядь. Да-да-да. Всё, блядь, назад. Пошли все. Я не знаю, он пострелял там в кого-то, блядь, типа кого-то увидел. Я, кстати, тоже там никого не видел. Чувак сказал про свои бочки, он воспользовался моментом, типа там кто-то есть. Это они говорили, да. Ну да, это два типа прыгало. В ведрах, кстати. Угу. Они прямо в ведрах, они в ведрах так и прыгали. Наркоманы. Вот именно, да. С такими звуками. За вами. За нами? Ну, за скалой за этой, да, вот в ту сторону, в ту, ну где вы, как бы, там, блядь. Чё? Не объясню. Ну как бы. Пизда, блядь. Забейте. Ну, как бы. Просто забейте, блядь. Еще одна дверь. У меня рестарт. Железно. Не-е-е. Уйди. Уйди. А если прям притык, подходи и ложи ее прям. Ну ага, и взрывайся сам потом. Смотри, чпонька. Не, это не варик. Только F-ками родить. А, вон, смотри, пойдем под садом. Чё здесь такое? У него крыши нету, ни здесь, ни там. Глянь аккуратно. Ничего не даст. О, вижу что-то. Да не, вот здесь, может у него здесь шкаф. Стой, 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 стой. Аккуратно. Кого аккуратно? Ты сделал, чтобы к нему не залезали. Да. А дальше там, вот тут вот, что? Зато я могу сделать вот так вот. О! Ой, блядь! О-о-о, что это было, блядь? Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Просто отскочил, это карма, короче, понял? Карма, блядь. Так, печки у него там стоят под лестницей, кстати говоря. Вижу. Так что, мы будем его взрывать? Мы не сможем его взорвать, все катается, только F-ками можем взрывать. Пойдемте в РТ? Пойдем. Да. Конечно, пробуем.
Блин, ну ты ее бы взорвать, кстати, вообще. Ой, двое бегут! Это мы. Это мы, бля. Пиздец. Я же говорю, у него паранойя какая-то. Кто здесь? Кто здесь? Бегут! На, отличное начало. Первый вообще. Сейчас мне скажут, да, не трогайте, пожалуйста, двери. Мои почки. О, блядь, ну нах. Какого хера? Да, блядь, только залегался. Сука. Какие же они непредсказуемые. Бабы? Угу. Бобы. Вот это был взрыв. Ультра просто. Зажигаю. Взрывайся, блядь. Сука, блядь. Ух ты ж, блядь, еще и подъебал меня. Скотина, блядь. Бонни, мясо, на. О, да, я чувствую себя мясом реально, блядь. Этот меня напугал, я пошел к этой двери и взорвался граната, блядь. Ой, упоротые войны. Ой, блядь. Ой, блядь. Геолог пришел, блядь. Пыщ. Какой прыщ? Прыщ на носу, блядь. Да что ты будешь делать, блядь? А я сколько раз говорил, что я больше не буду заниматься бобовыми рейдами, да? Ну и что, она будет гореть 2 часа теперь? Поздравляю, нам не хватило. Подобрал. О, здесь тоже было... Что там? Лепёха. Там, кстати, тоже маленькая дверка была. Еще и рожу оторвало опять. Какого хера? 29 хп. Нет, надо это... А мы по карте-то недалеко. Ну да. Пойдем. Так, что, продолжаю. Наше занимательное шоу. Взорви дверь, блядь. И не умри. Rush. О, нет! О, успел Rush. Сменить. Сменить Rush, успел. Rush. Мне кажется, надо вверх. Пацаны! Ой, горит! Сука, блядь. Упс. Она задамаженная дверь. Ну ты же знаешь Феникс дорогу, в отличие от меня. Да, он знает. Я хотел ее подобрать. Феникс, ложу арбалет твой. Уйдите вон. Я же... Ой, я взрываю. Ой, ой. Да я Феникса положил. Да не, я что-то вообще не варит, подожди. Верхнюю, погодите. О, вот так кидаю. Прикинь, отскочит. Лекаюсь. Ой, как все рандомно летает, это жесть. Бобовки. Ага. Еще подожди, пока не соизволит взорваться. Да. Ух ты, смотри, вот я... Вот просто я подошел, она взорвалась именно там, где меня задамажить. Это жесть. Феникс, ты бежишь? Да. А кто подбегает? Я. Я спросил только что, Феникс, ты бежишь? Вот вдруг ты спрашиваешь, бежит ли он вообще или нет? Пираты такие, блядь, задвигаешь тут. Ничего там, да? Да, там бежит, вон еще лысый бежит. Можно я залутаюсь? Да, лутаю, так тебя не задамажит. Не ходи туда, там горит, наверное. Меня там нет. Вон, с луком, раз. Ой, попал! Все, лутайся. Так у меня это нет сил. Нету? На, нет. Выкидываю. Кровать. Оливер, ты один пошел. Да. Да он заманивает, пидор. На свою жопу, блядь, розовую. Ну да. В меня поп... Съемик, ты в меня? Нет, чё? Слышь, как он это делает? Ты смотри, где он. Не знаю. Так. Ладно, взрываю дальше.
Должна вылететь. Птичка. Где бинтов? Не ходите, блять. А, точно. Там мина, гранат. Последняя. Да. Не влезай. Убьет. Убьет. Ты чего, прям так серьезно? Так. Он спит. Хэдшот кому? А. Я ему. Технички вроде. Есть нету. Лут, есть лут. Правда так? Ну, печки где? Сульфур есть полторы. Ага. Шприцов вот только нету, блин, а мне хило. Хак у него, вот. Ну и пещера уебищная. Да, текстурки у нее стали вообще найсовые. Так, ну еще где-то что-то наверняка должно быть, да? Печки залутал. Угу. Ну там по фигне. Дом, название. Так, эти сейчас могут сюда прийти. Поэтому надо это, один на выходе сидит. Вы лутаете? Я залутал. Ну да, лутаю. Лутай. Я оружие не забираю, именно ручное. Угу. Никого нету. Так, не лезьте, а то убьет. Я собираю гранаты. А, это вход. Так, этот ящик пустой. Ага, подобрал. Подобрал. Загорелось. Ну не ходи, Феникс, попроси. Я, видите, хотел на поле посидеть. Давай, выходи. Вот этот ящик долутайте. Давай. Выходи, выходи. Подобрал все, все, все гранаты. У меня дерева просто нету. Я бы скрафтил себе сам. А тебе стрелы нужны? Да. На, скидываю. Где ты? Здесь. Или глав какой-то, хозяин мяса. На. Ой, катится. Ой, катится. Ой, катится. Успел. Добрал. Так, все залутали, да? Уходим. Угу. А спальник разбить? Это же святое дело. Все. Зарейжено. А вон у него двери, смотри. Да это забей, это второй вход. Верхний. Кто подбегает? Да мы тут бегаем рядом. Все, уходим. Вон их двое, трое. Где? Вон, как нам домой бежать? Ну давай слева пойдем просто и все. Слева совсем. Что мы с лутом, как бы с бобовками и так далее. Это он херачит. Так вы не можете левее взять? Ну чё, нахера вы на них-то бежите, я не понимаю. Говорю, обходим, а они, блядь, влево бегут. Ой, на них бегут. Они тоже нам параллельно бегут. Да он один. Давай заберем его. Он не один, их трое, тебе же сказали. В кустах? Ну, уже этот заманивает. Еще левее возьмите. Кто там в кусты собирал сейчас? Нет, я бочку. Я вообще вас потерял, но я иду по дороге. Да, мы тоже по дороге идем. Давайте Оливера-то, наверное, подождем. Угу. А где Оливер вообще? Иду по дороге. Я надеюсь, ты в ту сторону видишь? Да, вижу. Угу. Он бежит по дороге в другую сторону. Ага. Не, без карты вон я бы точно здесь уже заблудился. А ну, блять, кэш! Ну вот это зря, да. Типа мы здесь, бегите сюда, блять. Очень умно, просто блеск. Да, да. Топчик. Надо будет потом эти пристройки, кстати говоря, все разбить, чтобы они сервак не нагружали. Не знаю, мне кажется, глупо сделали, то что когда арбалет перезаряжаешь, типа... Бежать нельзя, да. Минус. Кого там заминусало? Он медленно идет, когда перезаряжаешься. Кто-то уже эвки, кстати говоря, нормально так изучил, что бахает уже. Может, попались. Кто в дома? Ящиках? Я тут типа убил. Ага. Ну все, добрались. Оу, левел 14. А у тебя какой олер? 13 все еще. Ага. Блин, кильт. Пипас могу делать, все. И призен сел вол. Угу. Это эти решетки, которые нам нахер, наверное, не нужны.